Здравствуйте. Ну вот насчет растений. Вот такой вот можжевельник виргинский. Вот он по 150 рублей. Вот такие вот они. Так, Сафора Давида. Вот. Они в пол-литровых стаканчиках. Эводия Даниэля. Вот такого вот размера. Так, вот это вот панцирусы. Панцирус трехлисточковый. Трифолиата называется. Вот такого вот они размера. Но они все разные. Но которые большие, вот те по той заявленной цене, по 300 рублей, то бишь. Так, это хурма виргинская. Вот. Видно, вот такие саженцы. Вот все они тоже разного размера. Так, это таксодиум двурядный, вот такого размера. Метасеквоя. Кизильник млечный. Это кипарисы Лоусон. Вот такие, это сизая форма, насколько я вижу. Это вот другая форма, такая более светло-хвойная, зеленоватая. Это зонтаксилум перечный. Это химонант скороспелый, саженцы. Вот такие вот. Вот такого размера. Это вот эвкалипт Ганна. Вот они, такие вот саженцы. Цитрус юдзу. Вот такой. Это говения. Вот такие вот они. Это кошка. Это камтотека.